астрологический прогноз от салона Мандрагора. 13 марта, четверг. Овны, выиграют те из вас, кто прибегнут в работе к хорошо изученным методам. Постарайтесь к выходным разобраться со всеми проблемами, дабы освободить конец недели для полноценного отдыха. Тельцам восстановить энергетический запас помогут медитации и физические упражнения. Осознайте важность движения для хорошего самочувствия. Возможно, при решении некоторых задач появится необходимость в новых, довольно специфических знаниях. Близнецов ждут удачные поездки и встречи. На работе возможна ситуация, когда предъявляемые требования кажутся вам несправедливыми. Постарайтесь разобраться, в чем тут дело, и все уладится. Раки, больше цените то, что у вас есть. Благоприятный день для духовного роста – обретение внутренней независимости. Также этот день великолепно подходит для демонстрации ваших кулинарных и дизайнерских способностей. Львам звезды рекомендуют творческие встречи, обмен опытом. Можно удачно использовать это время для воплощения тех идей, где не обойтись без поддержки окружающих. Возрастает способность проникать в самую суть явлений. Девы, отнеситесь внимательно к деловым предложениям, но учтите, что они могут подразумевать крупные денежные вложения. Если вы чувствуете, что переросли свою работу, подумайте о том, чтобы решиться на что-то новое, бросающее вам вызов. У весов появится шанс укрепить материальное положение, решить вопросы, связанные с приобретением имущества. Знакомство личного плана приведут к тому, что вы измените образ жизни на более активный. Скорпионы. Обстоятельства складываются таким образом, что вам предстоит взять ответственность не только за себя, но и за окружающих. Принимаясь за незнакомое дело, не бойтесь ошибаться, пробуйте различные варианты. Стрельцам стоит подумать о приобретении вещей, которыми можно удачно подчеркнуть свою индивидуальность. Демонстрируя свое расположение к интересующей вас особе, вы быстрее добьетесь успеха. Но не будьте слишком навязчивы. Ваша цель – заинтриговать, а не надоесть. Козерогам участие в коллективных мероприятиях обещает принести широкую известность. Внимательно отнеситесь ко всякой новой информации, но не спешите рисковать деньгами и здоровьем. У водолеев день связан с получением и переработкой информации. Растет интерес к религии и духовным практикам. Уделите внимание делам младших членов семейства. Рыбы. Накладки на работе вынудят вас отнестись к ней более серьезно. Зато период идеально подходит для гармонизации семейной жизни. Найдите вид физической нагрузки, приятный и вам, и вашему партнеру, и ваша жизнь изменится. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи, сглаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.